Формула жизни, продолжатель традиции известной компании «Диодар», является заводом номер один по производству продуктов здорового питания в России. Несколько лет назад перед руководством компании стала глобальная задача открыть производственную площадку европейского уровня в России, сделав тем самым прямой шаг к импортозамещению. Так, в 2014 году в деревне Челновка Лихославльского района открылось современное предприятие, где была установлена автоматизированная производственная линия с уникальным комплектом контрольного оборудования. И первые отечественные батончики мюсли составили достойную конкуренцию европейским аналогам. Место размещения производства выбрано не случайно. Сошлись несколько преимуществ. Транспортная доступность находится на пересечении путей между двумя столицами, прекрасная экология и отзывчивая местная власть, нацеленная на совместное развитие территории. В производственный комплекс входит цех, склад готовой продукции, склад сырья и упаковочных материалов, электрическая подстанция, котельная, операторская. Для женщин и мужчин на заводе имеются две просторные раздевалки с местами для отдыха, светлая комната для приема пищи, оборудованная всем необходимым. Группа компании «Диодар» создана в 1996 году. И до 2014 года это была дистрибьюторская компания. В 2012 году мы решили, что нужно создать российское предприятие, которое будет выпускать аналогичную продукцию у нас в стране. Прошло время, в 2014 году мы запустили наше производство. Сейчас наше предприятие производит больше 30 видов продукции, поставляет во все абсолютно сети страны, во все страны практически СНГ и старается поставлять продукцию, в том числе на экспорт. Мы производим как обычные батончики мюсли, так и протеиновые батончики для спортсменов. Естественно, и производим продукцию для детей. От процесса подготовки сырья до момента упаковки готового батончика в товарную пленку он проходит через руки почти десятка специалистов на разных позициях. Это технологи, ответственные за разработку и тестирование рецептуры, работники склада, контролеры веса и качества продукции, укладчики, наладчики, операторы упаковочных машин, старшие смены, варщики сиропов и многие другие, составляющие одну большую и дружную команду, работающую как хорошо отлаженный механизм. Сегодня на предприятии ежедневно трудится порядка 80 человек. Сейчас возникла необходимость открыть еще одну, третью смену. Компания у нас развивающаяся, современная, автоматизированная линия. Производим батончики мюсли и очень большой другой ассортимент продукции здорового питания. На данный момент у нас сейчас большие объемы заказов, что не может не радовать. У нас очень хороший, слаженный коллектив. Очень-очень мне нравятся условия труда. В коллективе развит принцип наставничества. Старшие по должности и стажу сотрудники охотно делятся своим опытом и навыками с новичками. Поэтому начинающие работники чувствуют себя здесь комфортно. Главное, чтобы было желание учиться и освоить те или иные производственные операции. При такой доброжелательности и взаимопомощи молодые сотрудники все чаще берут на себя инициативу, раскрывают свои сильные стороны, а значит, не заставляют себя ждать и продвижения по карьерной лестнице. Очень рада видеть новых сотрудников на «Формуле жизни», также обучать их, расти и давать им знания, которые есть у меня. Наш коллектив очень дружелюбный, мы никого не оставляем в беде, всех поддерживаем, всем помогаем. Большое внимание на предприятии уделяется контролю качества производимой продукции. Ежегодно «Формула жизни» проходит до 30 аудитов, по результатам которых признана лучшей производственной площадкой России, где внедрена международная система безопасности качества. В настоящее время она готовится к сертификации по европейским стандартам. Намечены здесь и другие перспективные планы. В 2014 году мы производили три линейки продукции. Сейчас мы производим более 30. В этом году мы поняли, что мы не справляемся с заказами и
появилась необходимость создать третью СМИ. Поэтому мы ищем сотрудников, которые бы работали на нашем предприятии. Наше предприятие сертифицировано по стандартам HACCP. Поэтому для сотрудников созданы все европейские условия для работы. Это и раздевалки, и душевые, и место приема пищи, естественно, халаты, дезинфекция перед проходом на производственную зону. Благодаря администрации через некоторое время мы будем готовы возить наших сотрудников на наше предприятие в ночное и в утренние часы, чтобы им удобно было добираться до работы. Мы развиваемся, через какое-то время собираемся поставить еще одну производственную линию, набрать еще 3 смены на нее и рядом поставить еще одну производственную площадку. Это наши такие дальнейшие планы, которые мы для себя ставим. Формула жизни постоянно совершенствует и разрабатывает новые рецепты, учитывающие тенденции рынка и пожелания покупателей. Поэтому ассортимент батончиков неизменно расширяется. Мюсли, ореховые, протеиновые, фруктовые, ягодные, овсяные, гематоген и другие полезные радости доступны клиентам с любыми вкусовыми предпочтениями. Подумали здесь и о вегетарианцах, и о сыроедах, и о людях с аллергией на глютен. Ведь каждому нужен кусочек своего гастрономического счастья. И здесь знают его формулу. Это формула жизни.